Блин, девочки, так устала. Я представляю, сколько я человек. Все? Все почти. Снова самый головокружительный проект в истории хоккея – «Инсайд. Слышать и видеть хоккей по-новому». Мы не раз делали акцент на том, как видят игру тренеры и судьи матча. Пришло время показать и услышать матч от лица тех, на кого мы обращаем внимание во время пауз. Вези меня, олень, мою страну оленью. Автик, вези меня, олень. Маскоты уже давно стали столь же неотъемлемым атрибутом хоккейного матча, как клюшка и шайба. Без забавных кукол в самых разных образах не обходится ни одна уважающая себя команда. Помните, как во время матча звезд профсоюз маскотов объявил войну орлу? Харви настолько вжился в роль молчаливого орла, что забыл толком познакомиться с другими плюшевыми. Его сначала избили, а потом добили. Тем не менее, он по-прежнему считается одним из самых колоритных игрушек лиги. Проекту «Инсайд» стало безумно интересно, такой ли Харви злостный, как его представляют другие маскоты лиги. Мы закрепили на нем камеру и решили посмотреть его глазами. Помимо маскотов, хоккейное шоу делают группы поддержки. И тут внимание, откуда интереснее всего наблюдать за девушками? Конечно же, из раздевалки. Мы постарались не нарушить рамки приличия, аккуратно установили камеру и показали на всякий случай, где она выключается. Это нормально. Привет! Как там все? Как всех накрасили? И рады же вас!
Это группа поддержки подмосковного Атланта «Фрэш». Девчонки когда-то снимались для журнала «Максим». И не воспользоваться возможностью понаблюдать за ними под другим углом мы, естественно, не могли. Валентина тоже. Я могу смотреть. Блин, у меня тут Красотки из «Фрэш» активно снимаются в видеороликах, в пределах разумного демонстрируя свои откровенные костюмы, прекрасные формы и танцевальный талант. Оставайтесь с нами, и мы покажем, как виден и слышен хоккей по-новому. Ну все, мы пошли на третий период. Пока!